Представьте, я Пахазей Виктор Андреевич. В каком подразделении вы находитесь? В полку Азов 1-го батальона 1-й роты 2-го взвода. В чем вас обвиняют? Обвиняют в нарушении правил ведения боевых действий, конкретно в жестоком обращении с местным населением гражданским. Какие преступные действия вы совершили в других обстоятельствах? В марте месяце в доме номер 21 по улице Азовспасия к нам на позицию зашла женщина в подъезд. Она принесла нам покушать. Я попросил ее уйти, после чего она сказала, что среди азовцев нет нормальных людей. Я был обозлен, подошел к ней, нанес ей удар прикладом в район правой щеки и два раза ногой в район правой ягодицы. После чего вывел за территорию подъезда. А вы понимали, что это был гражданский? Так точно. Гражданский все. Соединенно раскаиваетесь? Так точно, соединенно раскаиваюсь полностью. 4 июня 2021 года я, Буткевич Максим Александрович, лейтенант вооруженных сил Украины, командир взвода отдельного специального батальона Берлинга, принимал участие в боевых действиях в городе Северодонецке Луганской Народной Республики на стороне вооруженных сил Украины. Получив приказ от командования на причинение физического и имущественного вреда мирным жителям Северодонецка, я занял одну из жилых квартир на втором этаже жилого многоквартирного дома. Увидев в окне дома напротив мирных граждан, я решил их убить и повредить жилой дом. С этой целью я произвел выстрел из противотанкового гранатомета в подъезд этого жилого дома напротив. В результате моих действий двое жителей получили телесные повреждения, а один понес имущественный вред. Вы осознавали, что стреляете по гражданским лицам? Да, я осознавал. Вы соединенно раскаиваетесь? Да, раскаиваюсь. Я желаю вас убить. Что вас обвиняют? Покушение на местных граждан. В каких обстоятельствах и преступных действиях вы совершили? В начале марта, находясь на проспекте Металлургов 123, непосредственно в жилом секторе, где проживали люди, сделал 5 выстрелов в направлении жилого дома номер 127 проспекта. Квартира на 6 этаже, где мужчина приблизительно пожилого возраста возмущался по поводу того, что мы находились направление его в квартиру, две пули попали ему в окно. В принципе, мужчина не пострадал. Осознавали, что это гражданское лицо, да? Соединенно раскаиваетесь?